Любовь к родине, своей стране, своему народу и родному языку – все это отражается в патриотических стихах, которые звучали на главной городской сцене. Самые трудные и скорбные годы, праздники и будни – в поэтических произведениях и отрывках. Патриотическое воспитание нашей молодежи, напоминание о том подвиге, который был совершен, все это, конечно же, посвящено в этом году 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участники конкурса не просто выразительно читали произведения, они вкладывали душу, пропуская через сердце каждое слово. Чему я так часто вспоминаю тебя? Чему снова и снова? Звертаюся до тебя, как до живого. В этом году у нас много авторских произведений, которые, в которых люди отражают именно свои мысли, свою любовь к родине. Здесь не только о войне, но и о патриотизме, о любви к своему городу, стране. В этом году в конкурсе принимает участие 59 человек, учащиеся 33 учебных заведений города. И жюри предстояла очень сложная работа, ведь уровень мастерства участников очень высокий. Многие уже не первый раз демонстрируют свой талант. В этом конкурсе я участвую уже не первый раз. В прошлый раз я был победителем этого конкурса. Привязанность к поэзии у меня появилась еще со школы, наверное, с класса 6-го. У меня классным руководителем была учитель русского языка. Она постоянно все наказывала, читайте, произведение, будете умнее, будете начитаннее, это вам в жизни пригодится, вы сможете спокойно сформировать свои мысли и рассказать что-то. И с того времени я увлекаюсь, иногда пытаюсь какие-то свои наброски произведений сделать. Учредители конкурса отдел культуры горисполкома совместно с Пинской городской организацией Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Очень важно, чтобы со школьной скамьи, даже с детского сада, я, наверное, так скажу, мы взрастили патриотов, прежде всего, своей Беларуси, чтобы в дальнейшем эти дети нашли свое применение именно в нашей стране, закончили вузы в нашей стране и остались жить и работать в нашей прекрасной Беларуси. Итоги смотра конкурса чтецов «Мой край, которым я горжусь» подведут к 9 мая. Тогда же и вручат дипломы и подарки от городской организации общественного объединения «Белая Русь».